Привет, зритель! Случилось у меня тут несчастье, раздолбалась досочка бамбуковая, которую я еще осенью или летом хз. В прошлом году, короче, в Ашане покупала фирмы Натура или как-то так. Ну, в общем, она у меня вот так вот расползлась. И я сначала подумала, ну нафиг мне вторая досочка, у меня есть одна стеклянная досочка и маленькая досочка, но все равно как-то не хватает. И, в общем, зашла я сегодня в один магаз, в котором год назад была, и там были велики, мне сказали, что у них будут еще привоз и будут еще велики. И купила себе досочку примерно того же размера, что у меня была там, только где-то на 100 с лишним рублей дешевле. 155 рублей, счастье. Vetta Collection Eco. Доска разделочная, материал бамбук, экологически чистый материал. Доска разделочная, 30 на 20 и 9 сантиметров, миллиметров высота. Так, где сделано-то хоть? Сделано оно у нас в Екатеринбурге, Трио. А, это вообще импортер Екатеринбург, Трио, Волна. А сделано оно у нас внезапно в Франции. Вот такая вот замечательная досочка. Я подозреваю, что, наверное, у кого-нибудь будет бомбить нижнее полушарие мозга на тему того, что в честь чего тут один ролик. Ролик, посвященный этой досочке. Но решила, что лучше его, эту досочку обозреть отдельно, а не вместе с озоновским заказом, потому что покупала-то, в принципе, вот день, когда забирала. В общем, бамбук. Хорошо обделанная досочка. Даже вот видится и чувствуется, никаких там закосов или порезов, и вот она выглядит именно так, как у меня есть блюдечки. Наверное, их, не знаю, может получится, да, вот получилось. Вроде я их на Light in the Box заказывала. Тоже вот такие вот, также хорошо так сделано. Бамбуковые блюдечки. А может на Алю какого-то продавца, я уж не помню. Ну, короче, давно заказывала. Три таких у меня блюдечка есть. Под чайные закуски. Сейчас я это как-то, о, пальцем вскрыла. Выглядит эта досочка более плотная, чем та, которая была предыдущая. Надеюсь, она будет жить дольше. И счастлива, скажем так, чем то, что было. Оно тут, оказывается, приклеено. Вот это, конечно, не есть хорошо, что оно тут приклеено. Но, правда, немножко приклеено. Придется, наверное, когда резать на этой стороне, а потом буду мыть и, надеюсь, оно как-нибудь отмоется. Это липучка. В этом ее минус. Но, а лапы вы не заносите. Гладенькая, хорошенькая досочка. И всего 155 рупий. В общем, вот такой у меня обзор досочки бытовушной. Пойдет в этот плейлист покупки еды бытовухи. Всем спасибо за просмотр. Чтоб у вас всегда была вода. Вот у нас ее что-то как-то она потекла и не течет. Это отсыл к предыдущему обзору, предыдущему ролику, который, наверное, выйдет раньше, а может быть выйдет позже, если вот этот был одним файлом, где обзор этого озона. Всем пока.